Сборная России впервые за 28 лет стала победителем юниорского чемпионата мира по волейболу в Мексике. В ее состав вошли две спортсменки из Подмосковья. Ирина Артюхина и Виктория Демидова играют в клубе «Заречье Одинцово». Благодаря своим спортивным достижениям девушки были отобраны в российскую сборную на чемпионат мира по волейболу в категории до 18 лет и сумели внести свой вклад в эту блестящую победу.